проектор с AliExpress, подробный обзор. Сейчас расскажу вам, что к чему и почему. Вот так он выглядит, довольно легкий. И в некоторых его функциях мы разобрались только позже. На самом деле его можно вешать на стену, то есть он будет вот так висеть. Здесь есть крепления вот такие, да, на болтике, и он будет висеть. И можно просто ставить на стол. Работает он от USB, то есть это либо розетка, либо это Powerbank. У нас от Powerbank, то есть один конец вставляем в Powerbank, и вот такой обычный разъем вставляем в сам проектор. Какие у него есть функции, да, с которыми мы уже разобрались? Ну, здесь, во-первых, кнопка включения и выключения. Вот он, этот разъем. И кнопка на самом проекторе, которая меняет режимы. Все остальное включается с пульта. Крестюш, дай, пожалуйста, пультик. Она его на мячике катает. Крис, дай пультик, пожалуйста, девочкам покажу. Дай, пожалуйста. Кататься. Вот так вот. Вот на этом обзор закончен. Нам позволили снять обзор. Вот так выглядит пульт. И что здесь есть у нас? Мы только потом узнали, что здесь есть лазер и здесь есть мотор. То есть внутри еще штучка, она крутится. Я вам покажу. Вскрывала его уже. Покажу. И лазер. Эффект лазера. Color — это мы меняем цвет. Интенсивность, люминация, да, мы меняем интенсивность. Таймер 1, 3 и 5 часов здесь есть. И еще, по идее, здесь должен быть Bluetooth. Но наш телефон либо не видит, либо не подключается, потому что что-то мы видим. Ксюшка планшет пробовала, я телефон. Мы какое-то устройство видим со странным названием. Что это за устройство? И не подключается, то есть музыку не воспроизводит. Хотя здесь есть динамик. Ну, по идее, как бы. Динамик, не знаю, или просто. Может быть, его здесь и нет. Просто пульты на всех универсальные, да? Здесь плюс-минус, перемотка, видите, аудио on-off, отключение звука. Потому что у этого продавца, у него несколько таких устройств, и я не обратила на это внимания. Какие-то дороже, какие-то дешевле. Я взяла подешевле. За 900 с чем-то рублей. Я вам ссылку оставлю. Вот. А, видимо, какие-то подороже, у них еще есть функция Bluetooth. Я бы, конечно, если бы знала, я бы сейчас, ну, на 300 рублей больше заплатила, пусть 1200 он обошелся бы, но он еще и с функцией Bluetooth был. Можно было бы воспроизводить белый шум, какую-то успокаивающую музыку и так далее. Вот. А теперь я сейчас покажу вам его в деле. Как нам его с вами включить? Мы подсоединяем шнур, вот этот, и он автоматически включает синий свет. Он у него стоит автоматом. Вот так это выглядит на потолке. Я еще думала, блин, не крутится, как-то не очень и так далее. А потом, что мы с вами можем? Мы нажимаем на кнопку «Лазер». Вам не видно, поэтому я буду просто озвучивать и показывать. Это лазер. И получается эффект звездного неба. Они такие зелененькие. Вот на стене сейчас покажу. Вот так. Одна точка ярко. У нас сначала так не было. Насколько я помню, вот в середине. А остальные вот так. У нас отлетело стеклышко, я сейчас расскажу, почему. Покажу все режимы. Видно лазерный луч, видите? Вот этот. У нас такого вначале, мне кажется, не было. Это Крестюшка его поносила, потрепала и так далее. Мотор. Мы нажимаем мотор. Я почему? Не, я не туда нажала. Мы нажимаем мотор, вот они начинают двигаться. Параллельно включим лазер. И вот видите, это все дело слегка движется. Можно, чтобы двигалось побыстрее, вот так. Можно совсем выключить и помедленнее. И теперь по цветам. Очень красиво на самом деле. Так. А, это еще режим Jump. Он тут на пульте называется режим Jump. То есть все вот так вот крутится, еще и мигает. Мне не очень на самом деле нравится этот режим. Вот так вот мигает еще быстрее. Вот так вот медленно. Теперь по цвету. Здесь есть несколько. Вот этот мне очень нравится. Красивый такой, вроде зеленый, синий, розовый, но очень красивый. Следующий фиолетово-розовый. Следующий вот такой синий-зеленый. Так, и опять этот вот синий-белый. Очень красивый. Вот этот больше всего люблю. Зеленый слегка с розовым. Зеленый слегка с синим опять, красный с белым, сиреневый. Вот чисто белый тоже мне очень нравится, красивый. Чисто зеленый.
чисто красный, то есть они смесовые такие и однотонные, чисто синий, и вот уже опять смесовые пошли. По интенсивности есть кнопки, сейчас на максимум, вот так стоит на минимуме, и интенсивность цвета мы прибавлять можем. Вот он ярче и ярче становится. Вот так на максимуме. Очень красиво и здорово. Если у кого-то есть такие проекторы, и вы разобрались с Bluetooth, девчонки, обязательно напишите. Вот этот цвет тоже очень люблю еще. Красота. Мы вот так его кладем, направляем на стену, и практически весь зал вот так сверкает. Очень здорово, очень красиво. Работает он тихо, если ставить, чтобы крутился. То есть не слышно абсолютно никакого мотора. Вот такая вот красота. Видите, лазерный луч этот. Его сначала не было. Крестюшка его просто столько раз уже долбала об пол, что это стеклышко отвалилось. Вот это стеклышко, где лазер, отвалилось, и пришлось нам его вскрывать. Вскрыли, покажу сейчас. Стеклышко поправила на место, приклеили его, протерла, но все равно вот этот луч видно. Мне кажется, вначале его не было видно, или мы внимания не обращали. Вот этот вот именно один центральный луч. Дальше как бы рассеивается, а центральный луч видно. Оно, видите, такое переливается. Маленькое такое стеклышко, тоненькое. Хорошо, что не потерялось. Оно туда просто упало. Мы вскрыли, вытащили сам лазер. Стеклышко это приклеили, чтобы оно больше не выскакивало. И теперь красота. Крышка вскрывается, поворотный такой механизм, вот что здесь внутри. Вот эта штука вращается, есть режим, да? И вот я открывала, отворачивала болтик, крестюшка его успешно потеряла, нашла другой. Вот эта штучка вытаскивается, и вот это стеклышко можно как раз, получается, поправить. Так что вот такой вот интересный проектор. Если будете брать, обращайте внимание, есть там Bluetooth или нет. Я не знаю, может быть, мы не разобрались, у нас не получилось, но телефон не видит. Как бы, да, написано, что при включении должен уже видеть. То есть мы его включаем, и он должен видеть. Они, мне кажется, есть такие на батарейках, но это не очень удобно. Нам с пауэрбэнком удобно. На самом деле тоже его можно везде переносить. Все в этом плане нормально. Оправдывает ли свои деньги? Да, оправдывает. Нам очень нравится. Дети его очень любят. Очень красиво. Много различных функций, поэтому да, вот тут как раз у нас регулировка цвета, да, и вот слабее и ярче. Забыла сказать, с вот этого пульта иногда переключается телевизор. Я не знаю, как он коннектится, вот этот вот LG, но иногда, когда нажимаешь на плюс-минус, громкость прибавляется, и могут каналы переключаться. Вообще китайцы рулят. Этот интересный кадр, я встала и обалдела, столько лучей. Я тоже этого раньше не замечала. Что, боишься? Не замечала. То есть вот когда лицом к нему стоишь, тут как... Я не знаю, их даже не сосчитать. Они бледнее, бледнее по периметру. Их очень много. Так красиво. Вот отсюда.